еще подобрать? Ну вот здесь вот у меня уже. Вы что делаете? Зачем вы портите чужое имущество? Это не ваше. Я потом за вами убираю вот эту вот всю грязь. Это я стираю потом, не вы. Вы это не покупаете, вы это не моете. Какое право вы имеете это портить? Я еще раз вам повторяю. Какое право вы имеете на это? Вам купили это, чтобы вы учились за этим. Ты выполнил упражнение? Ты все подчеркнула? Чем ты с ним занимаешься? Ты все выделила по заданию, как я сказала сделать? Это ужас какой-то. Сколько раз вам надо повторять? Сколько раз? Бесконечность? Вы почему не понимаете? Я говорю на русском языке, не на китайском. На русском. Вы родной свой язык не знаете, не понимаете, не знаю, на каком вам надо еще объяснять. На корейском, на японском, чтобы вы поняли. Вы все равно, я вам говорю, вы все равно продолжаете делать свое. Если вы не хотите учиться, не ходите в школу, не ходите, ради бога. Не надо на мои уроки тогда ходить. Я буду ставить двойки спокойненько, и все. Вообще, я вообще не знаю, что сказать еще. Ужас, вы как будто, не знаю, тебе смешно, тебе весело. Чего ты веселишься? Не приходите на уроки тогда мои, пожалуйста. Не хотите, чтобы я вела? Да ради бога, я пойду сейчас к директору, отхожусь от вас. Вы мне не нужны. Не нужны вы мне, если вы не хотите со мной работать. Да я уволюсь, господи. Пожалуйста, уволюсь и все. Вам или другой учитель будет с вами заниматься. Вообще, это ужас какой-то, это ужас, боже мой, это ужас просто, вообще, я не знаю просто, не знаю, дай свой мини, давай сюда свой мини, скорее быстро. Я потом за вами это все мой, вообще, как у вас совести хватает на партах рисовать, как вообще? Вы доску за собой после себя не можете помыть после уроков. Я это делаю. Вы еще на партах не рисуете. Мало того, на стульях всякие слова пишите поганые. Ужас какой-то. Вы мне не можете дать ответ на вопрос. Внятный, полный. Зато матерные слова мы пишем только так на стульях. А потом это я все за вами стираю. У вас ни стыда, ни совести нет. Вы куда пришли? Вы в школу или в зоопарк пришли? Вы где находитесь? Вы люди или вы звери? Вы не люди, что ли? Вы только не можете себя поганые слова извергать. Вы не знаете нормально, вы не можете нормально разговаривать, ни речи нормально, человечества вы не знаете. С вами надо как со зверьми разговаривать. Вас во мне в зоопарке только. Вообще.